Hello, friend. Путешествовала. По крайней мере, хотя бы, не знаю, не за границ, конечно. Но все равно. О, малышка, привет. Наконец-то люди хоть зашли, а то утром вообще какой-то актива прям не было. Куда-то все вдруг вымерли резко. А сейчас наконец-то все оживились. Как дела, моя сладкая малышка? Ой, я лучше всех. Спасибо за эксклюзивки. Вот, сижу, план дорабатываю, мультик уже сделала. Вообще сидеть не хочу. Я бы, может, и на этом остановилась, но, блядь, мне в этом месяце надо переезжать. Другой квартиры на другую, много денег не бывает. В этом месяце точно. Арбат, как думаете, стиральную машинку забрать с собой, хотя на той квартире она есть, либо ее сначала отвезти маме, а потом, короче, если она понадобится, обратно ее забирать. Просто, ну куда там складировать? Там однокомнатная квартира. Всем привет, маме. Да блин, это опять деньги, надо, блин, кого-то найти, чтобы кто-то таскал. Аська, привет. Я тоже думала, может, к маме. Вот, там, конечно, опять у нее соседи будут орать, типа мы место занимаем. Угу. У нас же, типа, там общага. Дома там у мамы. Это булочки с борщом. Это, короче, булочки с тестом. Они очень вкусные, вкуснее, чем хлеб. Они прям свежие-свежие. Типа сами пекут. С борщицом. Белиссимо. Спасибо. Да блин, да что за рандомные батлы ко мне опять подключаются? Отстаньте от меня. Какие-то нулевые аккаунты. Привет. Борщец. Спасибо. Love you. Блин, надо было погреть, но и так очень вкусно. Борщ – это сила, ребят. С мяском. Сейчас по Москве обед. Есть иностранцы, которые меня любят. Не надо 30к, можно даже все не СНГ. Пиздец.